А в Центре культурного развития Дом офицеров завершается подготовка к межрегиональному детско-юношескому фестивалю национальных культур «Веретено». Он пройдет в Пензе впервые. Участниками станут фольклорные коллективы. В оргкомитет поступило несколько десятков заявок, в том числе из Саратовской, Самарской областей и Республики Мордовия. Причем в программе мероприятия не только выступления, будут работать и несколько интерактивных площадок. Одна из таких площадок – это танцевально-игровая, на которой дети будут знакомиться друг с другом, играть, танцевать. Вторая площадка – она театральная, где можно будет попутешествовать с Петрушкой, с перчаточной куклой по Пензенской земле и побывать в разных селах разных народов нашей области. Третья площадка – она посвящена народному костюму, где будут представлены манекены, традиционные костюмы именно коренных народов и коренных жителей Пензенской области. На четвертой площадке ребята смогут заняться декоративно-прикладным творчеством. Что еще ждет гостей праздника, художественный руководитель Центра культурного развития Дом офицеров Алексей Тюрин расскажет в программе «Экспресс-тема». Она выйдет в эфир сегодня в 17:55, сразу после первого вечернего выпуска новостей.